Здравствуйте, ребята! Сегодня мы вам расскажем про скорую помощь. Это обычная машина скорой помощи, микроавтобус для доставки больных в больницу. А это реанимация. Это машина скорой помощи сопровождения, либо доставки врачей на дом. А это вертолет скорой помощи. Он нужен в экстренных случаях. Сегодня мы покажем вам случай на дороге, когда была необходима скорая помощь. Машинки очень быстро ехали и друг друга обгоняли, нарушая правила. Шел пешеход. Одна машинка успела, вторая не увидела и сбила пешехода. Вызвали скорую помощь. Этому человеку было очень плохо. Скорая помощь приехала очень быстро. Врачи вышли, оказали первую помощь, но поняли, что его надо доставлять в больницу. Взяли, положили в реанимацию и отвезли в больницу очень быстро. Теперь вы знаете, для чего нужна скорая помощь и что она делает. Пока-пока!